Молочный огурец. Сейчас будет кое-что очень интересное, просто дешевые труселя. Всем привет, с вами Берсик, и это рубрика «Годно или стрёмно», в которой я проверяю кукольные товары с сайта AliExpress. Годно или стрёмно? Начнем этот выпуск с хорошей новости. 26 мая я еду в Санкт-Петербург для того, чтобы принять участие в фестивале «Витфест». Это уже не первый раз, когда я принимаю участие в «Витфесте». Каждый раз для меня это большой праздник, большая радость, потому что я очень люблю встречаться с вами. И в этот раз я планирую провести мастер-класс, лекцию на тему коллекционирования кукол. Я думаю, это будет очень интересно, поэтому я буду рада, если вы придете меня поддержать. Всю информацию по билетам, а также по автограф-сессии вы найдете в описании. Обязательно почитайте все по ссылочкам, которые я оставлю, потому что там появились новые правила. Ну а сейчас давайте переходить к проверке товаров в этом видео. Какие они будут? Годные али стрёмные? Годно али стрёмно? Подписчик под ником Помидорка попросил проверить iPad за 196 рублей. На самом деле iPad меня просили проверить еще с момента создания этой рубрики, но так получилось, что я его заказывала у этого продавца, и он потерялся. Поэтому подобные товары, которые очень маленькие, я вам советую заказывать сразу несколько штук, чтобы посылка была по увесистей. Как видите, iPad тоненький, маленький, и вот ко мне он пришел только когда я у этого продавца заказала сразу много-много предметов. Помимо белого цвета, на сайте также есть черные и довольно необычные цвета, голубой, золотой и желтый. Также в этом лоте есть айфоны, черный и белый. Судя по фоткам, они немножко хуже, чем iPad, менее реалистичные, но если вы хотите, чтобы я их тоже проверила, то пишите об этом в комментариях и ставьте лайк. iPad выполнен из металла, то есть он довольно-таки увесистый. Его параметры 40 на 30 мм. Экран iPad представляет собой наклейку. Как видите, здесь размещены различные приложения. Смотрится очень реалистично. Хотя наклейка наклеена не очень ровно, но это не бросается в глаза, издалека особенно. Рельефами на iPad проработаны кнопочки и с передней стороны, и по бокам. И с задней стороны написано iPad, и есть то самое яблоко. Оно представляет собой углубление, окрашенное в черный цвет. Яблоко надкусанное, то есть это то самое яблоко Apple. iPad в руках куклы выглядит очень реалистично, и он подходит фактически и куклам размера 1 к 12, и формата 1 к 6, то есть в руках кукол Барби или Monster High он скорее выглядит как iPad mini, ну а в руках малюсеньких кукол формата 1 к 12 он выглядит как обычный большой iPad. Короче, универсальный, классный, годный, и я его очень советую для ваших кукол, действительно сделали клево. Подписчик под ником Видеокалейдоскоп попросил проверить стойку под обувь за 224 рубля. Меня этот товар очень заинтересовал, потому что обычно на Алике продается какая-то хлипкая розовая кукольная мебель, а вот это производило впечатление чего-то довольно годного. Проверим, так ли это. Очень приятное впечатление оставила эта мебель в процессе сборки, потому что пластик оказался очень качественным. Он очень приятный на ощупь, такой гладенький. По своему качеству он примерно такой же, как аксессуары мебель для кукол Ever After High. И по стилю он тоже мне напомнил именно Эверяш мебель, потому что здесь вверху украшены розами и все вот эти вензеля. Полочки под обувь наклоненные, они в виде решетки, и имеется бортик, чтобы обувь не падала. На самом деле это весьма каноничная форма подставки для обуви, в реальной жизни точно такая же, поэтому все довольно реалистично. Что касается размера обуви, которая сюда подходит, то лучше всего сюда помещается обувь кукол Барби, Блайз и Пулип. Что касается обуви кукол Monster High и Ever After High, она в большинстве своем сюда не влезает, потому что там большая танкетка, обувь довольно громоздкая, и поставить ее можно только на верхнюю полочку, которая, скорее всего, предназначена для аксессуаров, а не для обуви. Только некоторые модели обуви кукол Monster High и Ever After High, которые сами по себе довольно миниатюрные, могут влезть на эти три полочки. Ну а кеды для Кена, конечно, великоваты для этой полки, носик торчит, но в принципе можно поставить. Единственный малюсенький минус, который я обнаружила, это то, что если поставить на полочку туфли куклы Барби с тоненьким каблучком, то каблук проваливается в отверстие решетки. Но этот минус настолько малюсенький, что он меня не испортил общего впечатления об этой мебели. Она годная, это классная находка на AliExpress. Все детали качественные, соединены друг с другом плотно, ничего не отваливается, не ломается, так что я могу смело это рекомендовать для ваших кукол. К тому же это подходит под обувь разных кукол, что очень удобно. Влада Романова попросила проверить наборчик из 5 купальников и 5 пар обуви за 280 рублей. Поразительно, что ни одна расцветка купальника не совпала с тем, что я видела на фотографии на AliExpress. То есть они показывают одни расцветки, а потом присылают рандомно другие. Вот этот мне очень нравится, потому что это купальник спасателей Малибу. И я считаю, что мне дико повезло, потому что он мне попался. Если вы не в теме, ребята, то такие купальники у спасателей в Америке. И был сериал «Спасатели Малибу». И там все героини были в таких купальниках.
секси-шпекси. Я думаю, что мои куклы будут вообще супер круто смотреться в этом купальничке. Купальник выполнен из тянущегося плотного материала, он очень качественный, нигде не торчат нитки, просто ни к чему не подкопаешься. И имеется наклейка, похожая на те наклейки с купальников спасателей Малибу. Здесь патрулирующая будка на одном из пляжей Лос-Анджелеса и надписи Baywatch и Ocean Lifeguard. Еще один цельный купальник, это вот такой, он довольно специфический по расцветке, она такая блеклая и идут диагональные полоски. На мой взгляд, этот купальник выглядит как ретро-купальник, ну такой на любителя. Мне первый намного больше нравится, но по своему качеству купальник тоже очень годный, в отличие от первого, он немножко более плотный по материалу. И, кстати, оба эти купальника без липучки в задней стороны, они просто натягиваются на куклу. Далее у нас идут раздельные купальники, среди них мой фаворит вот этот разноцветный. Он очень яркий, позитивный, в рисунке словно переплетаются разноцветные косы. Единственное, что портит его внешний вид, это вот эта резинка. То есть это, по идее, тесемка, которая идет за шейку куклы, и с одной стороны она распушилась. И купальник с задней стороны на липучке, и трусики, и лифчик. Остальные купальники тоже с задней стороны на липучках. По материалу вот этот купальник какой-то самый плохой, потому что это не материал для купальника. Похоже, знаете, на какие-то просто дешевые труселя. И, видимо, еще из-за расцветки, потому что какая-то она, ну, так себе. Но в остальном сшито все качественно, швы ровные, и резинка в данном случае тоже довольно аккуратная. Ну и последний купальник, он уже не на резинке вокруг шеи. Здесь к лифу пришиты белые лямочки. Материал тоже это не материал для купальника, он не тянется. Похоже на хлопок. На самом деле удивительно, что все купальники сшиты из разных видов материала. Что касается обуви, то это все босоножки Сабо, то есть они без задника, для кукол Барби со стопой под каблук. Сидит хорошо, не спадает, так что в целом годный. Купальники неплохо сели на кукол Барби. Моя блондиночка Барби превратилась в спасательницу Малибу. Мне очень нравится, как на ней смотрится красный купальник. Что касается кукол с другим типом тела, им тоже подошли купальники, за исключением Пышки. Ей не подошли слитные купальники, она в них не влезает. Но зато раздельные на ней сидят даже лучше, чем на миниатюрной и худенькой, потому что у нее аппетитные формы. Также купальники подошли кукле Integrity Toys, в частности слитный купальник, который мне не понравился. На этой кукле смотрится довольно интересно, наверное, за счет ее темного скинтона. Другим куклам вроде Monster High, Ever After High, Pulip и Blythe эти купальники не подходят, они для них слишком большие. И, пожалуй, только красный купальник неплохо смотрится на кукле Pulip. Что касается в целом этого лота, я считаю, что за цену, которую он сейчас продается на AliExpress, это слишком дорого. Но качество, кстати говоря, годное во всех 5 случаях. Сейчас будет кое-что очень интересное. Это будет полный образ для куклы Blythe на 1982 рубля. И начнем с платья, которое меня попросила проверить Ирина, и стоило оно 530 рублей. Вообще, это платье присылали многие. Оно, видимо, как-то запало вам в душу. Оно от того же самого продавца, от которого я покупала комбинезон джинсовый с футболкой. И вообще все товары, которые я сегодня купила для Blythe, с помощью которых мы создадим для моей куколки подделки Blythe полный образ, я приобрела именно у него, у одного продавца. Я на него оставляю ссылку в описании, чтобы вы посмотрели, что мне еще проверить в следующих видео, потому что у него действительно большой выбор не только товаров для Blythe, там есть и одежда, и аксессуары, и сумочки, и обувь, и так далее. Платье уже сразу очевидно годное, оно в руках прям такое плотненькое, многослойное, сшито качественно, швы ровные, нигде нитки не торчат. И когда я смотрела на него на фотках, оно мне сразу же понравилось. Но меня смутило то, что я разглядела на фотографии, что помимо розочек, вот здесь есть также кала. На мой взгляд, очень сильно выбивается, я вообще не понимаю, зачем ее сюда добавить. Но, к счастью, когда вот так смотришь на платье, она сильно в глаза не бросается. Розы выполнены из бумаги. Это странно, но при этом смотрится все равно симпатично. Что касается вот этой калы, то она сделана из фуамирана. Рукава коротенькие, прикрывают только плечо. Низ платья присборен по линии талии. Состоит из двух слоев. Нижняя юбочка выполнена из основной ткани и украшена тонким хлопчатобумажным кружевом по подолу. Ну а верхняя юбка выполнена из сетки, на которой вышиты цветочки. И украшена она широким кружевом по низу. Это смотрится очень красиво в сочетание, очень качественно, добротно и прям вот реально дорого. На талии располагается атласная коричневая лента с бантиком с передней стороны и бусинкой по центру. Застежка на спинке на липучку, и здесь мы также можем рассмотреть материал, то что он сам по себе еще и с каким-то узором. Дополнять образ будем вот такой сумочкой. На AliExpress она называется «Школьная сумка» и представлена в 4 цветах. Коричневый, черный, белый и болотно-зеленый. Я выбрала коричневый, мне кажется, с платьем будет наиболее хорошо сочетаться. И, кстати, на проверку мне ее прислала Карина Рой. Но я и сама
сама на нее заглядывалась. Видела такую сумку у мастеров, которые делают кастом и блайз. Ее фишечка в том, что ее можно носить как через плечо, так и продевать вот через такое колечко и превращать в рюкзачок. Материал сумочки похож на кожзам. В любом случае, это очень похоже на кожу, поэтому выглядит реалистично. Здесь есть и металлическая фурнитура. Ремешки прострочены ровно. Для того, чтобы открыть сумку, нужно в прямом смысле вытащить вот эти ремешки из пряжек. И внутри мы видим небольшое количество бумажки для объема. Внутри, кстати, она мягонькая, приятная. Можно реально что-то положить, то есть сумка функциональна. Далее у нас идут колготки за 270 рублей. Цена прям как на человеческие колготки, которые меня попросила проверить молочный огурец. С никнеймами в последнее время как-то все весело получается. Так вот, колготки эти представлены в разных расцветках. Там реально есть из чего выбрать. Но стоимость, довольно кусачая, поэтому покупать их лучше сразу оптом. То есть купить 10 пар, там есть такой лот, или купить 20 пар и разделить между подружками, либо своим куклам про запас. Потому что реально оптом выходит намного дешевле. Цвет я выбрала персиковый, очень приятный оттенок. Они мягонькие, такие приятные на ощупь. Материал в мелкую-мелкую сетку вверху на резинке. И финальный штрих образа – это безумно милые ботинки. Меня их попросила проверить Сахиба Мурсалова. Они стоят 540 рублей. И в данном случае, по крайней мере, с первого впечатления, мне кажется, что эта цена оправдана и не завышена, потому что ботинки очень детализированные, они с настоящими шнурками, с заклепками металлическими. Смотрите, здесь даже отверстия для шнурков тоже металлические. И все прошито, сделано очень-очень качественно. Там на сайте также есть черные и розовые ботинки. Розовые тоже очень классные. Но в данном случае в наш образ, который мы сейчас создаем, впишутся именно коричневые ботинки. И, кстати, еще в этом лоте продаются туфельки, как у моей куклы Блайз, подделочки с AliExpress, и они там розовые и голубые. Под образ я решила немножко изменить сумочку, то есть превратить ее в сумку из рюкзака. Для этого нужно раскрыть металлическое колечко с задней стороны и вытащить ремешок. И образ в итоге получился просто бомбезный. Вы только посмотрите, как преобразилась мини-би. Ей очень идет это платье в бежевых, молочных, коричневых тонах под ее волосики. Мне кажется, не хватает только какой-нибудь, может быть, заколочки или бантика. Надо будет об этом подумать и что-нибудь заказать. Колготки сели на куклу идеально. Они облегают ножки куклы, не спадают. Ботиночки тоже просто прекрасны. Подошли по размеру, и меня очень умиляет, как они смотрятся на ножках. И таким образом сумка смотрится уже в виде рюкзака на куколке. Тоже довольно симпатично. Все товары годные. Они, конечно, не дешевые. Получилось, как я уже говорила, практически 2000 за все. Но зато теперь моя мини-би будет стоять на полке просто нереальной красоткой. И я прям очень довольна. И давайте все-таки проверим, каким куклам еще подойдут эти аксессуары и одежда. Сумочка, я думаю, все понятно. Она подходит всем куклам формата 1 к 6. Ботиночки довольно неплохо смотрятся на ножках кукол Пулип, а также Барби. Для кукол Монстр Хай и Эвер Афтер Хай они маловаты. Главная интрига этого выпуска для меня были колготки, и они подходят куклам Пулип. Соответственно, я могу для своей Пулипки заказать такие колготочки белого цвета, потому что как-то так получилось, каким-то непонятным образом. Я потеряла ее родные колготки во время съемок «Годно или стрёмно», потому что здесь каждый раз какой-то вообще беспредел происходит вокруг, хотя я потом аккуратно все прибираю, колготки у меня куда-то бесследно убежали. Колготки также подошли куклам Барби, причем куклам с разным типом тела, кроме пухленькой. Платье подошло также кукле Пулип, оно на ней сидит не так в облипочку, как на куколке Блайз, но тоже очень хорошо. И на куклах типа Монстр Хай, Эвер Афтер Хай платье смотрится таким образом. Довольно свободно, это видно, что оно кукле велико, но если вам оно очень сильно понравилось, то в принципе можно как-нибудь, например, заколоть задней стороны, и на фотографии будет смотреться вообще отлично. Что касается кукол Барби, то оно никому из них не подошло, оно для всех маловато, то есть с задней стороны не застегивается липучка. Пожалуй, за исключением миниатюрной, у нее еле-еле застегнулась все-таки липучка, и таким образом, довольно, кстати, красиво платье смотрится на этой кукле. С куклой Integrity, то есть история такая же, то есть платье ей мало и не застегивается с задней стороны. Годно, а ли стрёмно? Пришло время передать привет, и сегодня я буду делать это в компании с мини-би, в ее новом имидже. Покажемся кому-то из подписчиков, ну а подписчика я буду выбирать среди лайкнувших мою последнюю фотографию в инстаграме Days of Bears. И это будет Катя. Катюша, привет. Я сейчас на съемочках «Годно или стрёмно». Я тебе показываю среди первых. Собственно, не среди, а просто ты самая первая увидишь новый образ моей куколки мини-би. Я собрала вот такой комплект из товаров на AliExpress. И шлю тебе воздушный поцелуй. Катя улетела, приветик. Ну а вы подписывайтесь на мой инстаграм Days of Bears. Пишите интересные комментарии, ставьте лайки. Я буду выкладывать для вас красивые фотографии. И, возможно, в одном из следующих видео я передам привет именно тебе. Это были все товары на сегодня. Ссылочки на них, как всегда, есть
есть в описании видео. Там же есть ссылка на магазин с товарами для Блайз. Если вы хотите, чтобы я еще что-то проверила, то отправляйте ссылочки в комментарии под этим видео. Ну и вообще присылайте мне новые товары на проверку. Спасибо, что делитесь фотографиями кукол с товарами из рубрики «Годно или стрёмно». Продолжайте их выкладывать, я обязательно буду вас лайкать. И лучше всего отмечайте мой профиль Bears Review на этих фотографиях. К сожалению, по хэштегу стали выкладывать различные фотки, которые не относятся к этому хэштегу и моей рубрике. Поэтому давайте с хэштегом мы заканчиваем. Идея была не очень хорошая. Давайте просто отмечать меня, мой профиль Bears Review. Тогда я обязательно увижу ваши фотографии, буду ставить вам лайки и также иногда показывать ваши фотки в видео. Покупайте для своих кукол только годные товары. И до встречи в новых видео. И всем пока-пока!